Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. В Йошкар-Оле продолжается подготовка к малому марафону. Дебютанты чемпионата республики по футболу возглавили турнирную таблицу. В столице Мариэл стартовало первенство России по настольному теннису. Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Бегом до озера Шап. В это воскресенье будет дан старт 31-му Йошкар-Олинскому малому марафону. По традиции легкоатлеты пробегут дистанцию 21 километр 97,5 метров по маршруту Йошкар-Ола-озеро Шап. Сильнейшие будут определяться в нескольких дисциплинах. Абсолютный победитель, сильнейшие среди жителей Мариэл, Йошкар-Олы, сельчан, а также возрастных категориях. В городском спорткомитете продолжается регистрация всех желающих. Подать заявку можно по адресу Гагарина 2, кабинет 118. Телефоны для справок 45 03 78 56 68 81. Торжественный старт в воскресенье 2 июня с площади Ленина в 9:40. Официальный старт в 10 утра на кольце при въезде в Ширяйково. В лидерах волжане. На футбольных полях и стадионах Мариэл продолжается чемпионат и первенство республики по футболу. Из основных результатов второго тура высшей лиги можно выделить победы фаворитов турнира. Так, футбольный клуб «Волжск» переиграл «Сернурский сокол», а МНПЗ «Маргу» – «Медведевская Динамо». Не знает пока поражений и другой клуб из Волжска. Дебютант вышки – команда «Оригинал», футболисты которого и занимают промежуточное первое место. Что же касается двух первенств республики, то в первой лиге лидируют игроки команды «Колос» из Шейбулака. В ветеранской лиге на временном первом месте – Йошкар-Олинский «Промо-Пак». Медали на спартакиаде учащихся. На прошедших в Чебоксарах соревнованиях спортсмен из Мариэл стал серебряным призером. На третьем этапе по легкой атлетике 4-й спартакиады учащихся России представитель спортшколы Олимпийского резерва Илья Щербаков занял второе место на дистанции 2000 метров с препятствиями и третье место на дистанции 800 метров. Илья вошел в число кандидатов на участие в финальном этапе спартакиады, который пройдет в Пензе в июле месяце. Йошкар-Ола – Всероссийский центр настольного тенниса. На теннисном корте стадиона «Дружба» проходит первенство страны среди мини-кадетов, то есть спортсменов 10-12 лет. В стартах участвуют 128 спортсменов, по 64 мальчика и девочки. Все они – победители зональных первенств федеральных округов России. Соревнования проводятся в личном, парном и смешанном разрядах. Мариэл представляют три спортсмена. Дамир Ахмедсафин, он, кстати, пятый в рейтинге России, Анастасия Кошкина и Егор Рысакин. Соревнования проходят на теннисном корте стадиона «Дружба» с 11 утра. Пульс. Слушайте «Пульс радио», получайте подарки. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.